В этих стенах родились многие модные проекты. Платье города, дефиле на Кировке, бэби-модель, проект для женщин 35+. На этот раз команда имидж-клуба «Светлана» вдохновилась популярным трендом «боди-позитив» и готовит программу для девушек с пышными формами. Чтобы женщин не мучить диетами, да, и большими нагрузками физическими, нами был разработан проект «Модель X Plus». Помимо большого теоретического курса, предусмотрена обширная модная практика в лучших магазинах и бутиках нашего города. Если мы в теории будем изучать колористику, то затем этот пункт мы будем отрабатывать в магазинах. Очень многие женщины не знакомы с колористикой, да, они не знают, как с помощью цвета в одежде, в макияже себя уменьшить. Таким образом, знания, помноженные на практику, дадут позитивный эффект, который навсегда останется в арсенале женщины. Через 2 месяца вы полюбите свое отражение в зеркале, и у вас начнется новая счастливая жизнь без комплексов. Проект будет включать в себя очень много интересных предметов. Это наш конек, это, конечно, обучение стилю, моде, макияжу, конечно, осанка, подиумный шаг, это тоже все будет. Но, тем не менее, мы не ставим целью снижения веса. У нас в финале будет выход всех участниц, они будут демонстрировать, чему они научились в ходе нашего проекта, будет дефиле, и они, участницы, могут пригласить на это финальное дефиле своих друзей, знакомых и семью, которым и продемонстрируют свои навыки, полученные в проекте. Хочется нравиться на работе, конечно, в своей семье, своим детям. И старше становишься, хочется и внукам очень нравиться. Главное, чтобы у женщины было желание, а ее внешний возраст, который, как правило, не совпадает с внутренним возрастом, не будет абсолютно никаким препятствием. Хочется этим женщинам дать информацию, дать знания, которые помогут им стать счастливее, увереннее в себе. Вот, собственно, для этого проект «Модель X Plus» был создан нами. Проект «Модель X Plus» стартует совсем скоро, в начале сентября. Пока же идет набор участниц. Кстати, за преображением внутренним и внешним будет следить программа «Beauty Time».